День памяти Виктора Цоя отметили в селе Морское под Судаком. Концерт длился несколько часов. Музыканты, которые приехали в Крым из столицы, исполнили самые знаменитые композиции артиста. Среди зрителей были и те, кто знал Виктора Цоя лично. С ними пообщалась наш корреспондент. Любовь к творчеству рок-музыканта в Морском особенная. Люди уверяют, легендарное кино 80-х зарождалось в их селе. По одной из версий, именно на этом месте некогда во время отдыха останавливался Виктор Цой вместе с друзьями-музыкантами. Исполняли первые композиции для всех желающих. После таких концертов и возникла идея создания легендарного коллектива. Местный житель Анатолий Ионенко Виктора Цоя знал лично задолго до его популярности. Покинная палатка, три хлопца, гитара и местные мы. Мы местные. Чуть-чуть сначала не подрались, потом друзья, потом товарищи. Ну, как обычно. Теперь на месте, где будущие рок-звезды якобы разбивали палатку, установлена гитара. Точная копия той, что была у Цоя. Нравится тебе здесь? Да. Маша, это что за концерт? Да, здорово. Группа крови на рукаве. Порядковый номер на рукаве. Места всем не хватает. За концертом наблюдают с моста, кто-то устраивается на траве. Из Москвы выступать специально приехали знаменитые артисты. Лидер группы 7B Иван Демьян исполняет свою песню, посвященную отцу Виктора Цоя. И я с фотографией прямо слезал песню. У меня фотография открыла, я так сделал несколько шагов назад, у меня там на диване лежала гитара, я сел и придумал: жил, был и будет жить Виктор Цой. Смотрит с фотографии и его папа седой. Сам отец Виктора Цоя, Роберт, в Морское приехать не смог. Конечно, с благодарностью я это все воспринимаю, потому что это все говорит о том, что память о моем сыне до сих пор жива. Был на его могиле, как всегда. И там поклонников его таланта еще много было. В этот вечер на сцену выходили выступать Олег Молчанов, Алла Ковнер и Алексей Расчетов. В следующий раз гости обещали приехать в Морское на день рождения Цоя 21 июня. Вера Обливанцева, Михаил Басов, Вести, Крым.